Всем привет, друзья! Сегодня у нас экспериментальный такой формат короткого типа. Сегодня я хочу сделать обзор на моторное масло Castrol GTX. Но, к сожалению, сравнения привычного не будет. Возможно, это будет на постоянной основе такие видео коротенькие между какими-то большими сравнениями. Ну, посмотрим, в общем. Перед нами полусинтетика 10W40. Канистра и само масло разлито в Турции. На это у нас указывают вот эти вот первые две буквы ТР-01, и дальше пошла серия. Масло изготовлено 24 числа 3 месяца 2022 года. Так, сама канистра изготовлена у нас в 22 году и 3 месяц. Ну, в принципе, вот совпадает. То есть здесь у нас как бы конец месяца уже. Может быть, канистра была сделана чуть-чуть раньше, в начале месяца. Так, на канистре у нас на пробке вот такая вот надпись Castrol, печать такая. Она не стирается. Все четко сделано. Единственное, мне не нравится то, что даже в топовых линейках масел вот задняя наклейка немножко пузырится. Некоторые как раз обращают на это внимание и думают, что это подделка. Ну, это далеко не так. Вот, допустим, Mobil 1 линейка, тоже у них постоянно вот такая вот проблема. Вот взять же тоже Castrol, это топовая линейка H. И здесь абсолютно так же. Такие небольшие есть по углам неприятные моменты. Ну, на это не стоит обращать внимание. Кто еще не в курсе, друзья, я сотрудничаю напрямую с дистрибьюторами Castrol и Mobil. Так что, кто хочет заказать себе 100% оригинальное масло от этих производителей, заходите в группу ВКонтакте, либо переходите в группу Telegram. Если кто не пользуется соцсетями, пишите на почту. Все ссылки я оставлю в описании. Сейчас, кстати, на данную линейку очень неплохая цена. Единственное, что хочу еще отметить, заказать одну канистру вы, к сожалению, не сможете. Минимальный заказ от одной коробки. Доставка осуществляется по всей территории России, где представлена транспортная компания, с которой я сотрудничаю. Сейчас рынок поддельных масел как никогда насыщен. Так что, друзья, выбирайте правильные места, где будете покупать масло. Всего хорошего, друзья! Скоро увидимся в большом обширном сравнении, как это было раньше. Всем пока и до скорого!